Для Москвы и Московской области, исходных регионов, толщина стены достаточно всего лишь 37,5 сантиметра, что позволяет строить очень выгодно и очень быстро. То есть можете посмотреть, наши специалисты в данный момент показывают, каким образом используется данный материал. И, в общем-то, бригада из 2-3 человек способна в течение буквально 2 недель построить двухэтажный дом. При этом затраты по деньгам получаются минимальные, и добрый день! Очень рад приветствовать зрителей и сказать о том, как компания «Тепло-Лук» совместно с компанией «Доступный дом». Это мероприятие посвящено тому, что компания «Доступный дом» начала строительство первого дома. Позволяет построить каменный дом дешевле, чем деревянный, за 1 лето. За 2,5 недели полностью сложен из блоков и дома. Сегодня мы стараемся дать людям возможность понять, что существуют технологии, которые обеспечивают возможность быстрого, экономного строительства, где каждый может сам делать себе дом. Наша технология позволяет строить быстро, с привлечением тяжелой техники своими руками. Сегодня в нашем партнере имеется уже несколько тяжелых проектов в Москве, в России. 2 года, как мы проходим в Можайске, мы строим людям настоящее доступное жилье. Это жилье, которое по цене сегодня порядка 10 тысяч рублей квадратный метр. Что на самом деле реально. Многие плюсы, которые уже рассказывал представитель компании «Excel», которые сделали 2 года назад в Можайске. Это уникальный материал, но вопрос не только в том, что существует уникальный материал, вопрос в том, что мы стараемся содействовать строителям и людям в понимании, что существуют технологии, которые дают возможность строить быстро и лучше. Мы будем рады всех желающих снабдить полной информацией этой технологии. Вы можете посмотреть их на сайте teplo.com, в интернете можете обратиться на компанию «Доступный дом». Мы расскажем вам, дадим более 2000 проектов доступного дома из этого материала. И всегда будем рады, что россияне будут иметь возможность жить в теплых каменных домах на многие века. Спасибо, меня зовут Чудов. Thank you.